Алексей Копайгородский посетил поселок Красная Поляна, села Кепша и Эстосадук. С высоты осмотрел горнолыжные курорты. На другой конец города, на границу с Туапсинским районом, он полетел над горными аулами. Особое внимание Алексей Копайгородский уделил пляжам Лазаревского района. Мэр поручил реконструировать набережную, сделать ее сквозной на протяжении всех 12 километров поселка, а главное – доступной для местных жителей и туристов. Для этого будет проведена работа с собственниками прибрежных участков, руководителями санаториев и РЖД. Кроме того, мэр поручил контролировать ситуацию с отсыпкой пляжей, чтобы не допустить сужения пляжной полосы. Облет вызван в том числе необходимостью предотвращения чрезвычайных ситуаций в связи с неблагоприятной метеорологической обстановкой, выпадением большого количества осадков и повышением уровня воды в реках Большого Сочи. Мосты, береговые укрепления, федеральная трасса и железнодорожная ветка – каждый из объектов оценивали с точки зрения обеспечения безопасности во время оползней и паводков и санитарного состояния. Кроме того, во время облета было обнаружено несколько стихийных свалок и также ряд неучтенных строительных объектов и заброшенных зданий. В целом, как отметил Алексей Копайгородский, такие облеты дают полную картину того, в каком состоянии находится город и его инфраструктура. Все данные мэром поручения уже направлены в работу отраслевым структурам.